Бanh, ставки на спорт, слоты, бешеные иксы. Все это на сайте Apex. Они одну и ту же фигурку Скандал всем дают. У них одна фигурка. Ну и чуть-чуть шоу. Побеждает 89 SQUAD. Хозяева едут на вторую строчку, но Африк Сквад занимает третье место. Нужно было лучше агитировать свою аудиторию. Те, кому не нужен комп. Да, чат, расслабьтесь. Кому нахуй нужно было проходить этот опрос? Вот реально, кто из вас знал о том, что этот опрос существует и кто его проходил? Никто. Мне. Я по приколу. Ну, Летан, ты... Вот Летан один из тех челов, который... Я твичер! Сосать все, кто на твиче. А нет, ну... 89-й сквад, это типа вот реально самый, наверное, олдовый сквад. И то, что он выиграл в номинации, ничего удивительного нет. Для широкого... Если брать на широкий пул людей, да, скорее всего, 89-й сквад... будет на место ниже. Если брать на твичевскую аудиторию, то 89-й сквад, это вы чё, это жестко. Чтобы завозить контент, посидеть на ручках, либо давать чату пописать. Те, кто были замеченными многими западными...